Показывай, маме. А можно где я запущу, если куда-то не залетит? Не залетит. Божья коровка, вот тебе и приплыли. 14 ноября 17 год, Сариков. Плюс 17 на термометре. Такие у нас ноябри пошли. Корова. Самое интересное. 26 октября был снегопад, не первый снежок, а именно снегопад. Потом гроза, уже после снегопада. 12 ноября была гроза с молниями. Теперь вот божьи коровки у нас тут. Ну и плюс 17 у меня на термометре. Сейчас поеду на работу с Аказией, посмотрю на более точные данные. Будет интересно.